Привет, братья курьеры. Сегодня расскажу, как работать с приложением Магнит для курьеров и как работать курьером Магнит. Для этого нужно сначала устроиться, соответственно, после чего вас добавляют в различные телеграм-каналы, в которых я выбираю смену. Само мобильное приложение выглядит вот так вот. Магнит оно называется. Здесь есть три раздела: график работы, статистика, обучение. Пока я смену не выбрал, у меня здесь в графике работ ничего не отображается. Для того, чтобы выбрать смену, нужно зайти в телеграм-канал, в чат, который называется «Магнит для курьеров». После трудоустройства вас сюда добавят. Здесь нужно найти раздел «Слоты». Давайте сначала вот так вот нажимаем «Старт». В этом чате вводим /старт, и здесь появляется меню. Нужно в этом меню выбрать слоты, но предварительно надо посмотреть адреса зон, в которые вы хотите работать. Тоже здесь вот есть адреса зон. Смотрим адреса зон. Он вот в таком вот списке находится. По такой вот ссылке переходим. Я уже свою зону знаю. Зоны смотрю в Ростове-на-Дону, так как я работаю курьером в Ростове-на-Дону. Вот так вот они распределили город по зонам. Ну, я уже свою зону знаю. Вот она почему-то не подписана. А, вот. На эту зону нажимаю, подпишется Ростов-на-Дону, зона 1. Вот по карте смотрю, где я буду работать. Также можно посмотреть другие зоны, допустим. Вот это будет зона 6. Вот это будет зона 3. Вот как они сделали распределение зон по городу. Меня интересует зона 1, поэтому возвращаюсь в Telegram. Опять захожу в меню. Нажимаю раздел «Слоты». Так, сегодня у нас 18 октября. На сегодня хочу взять слот. Поэтому нажимаю «Среда», 18 число, чтобы выбрать свободные слоты. Видите, тут свободна только зона 1 и зона 4. Ну, предлагается. Если было бы больше свободных зон смен, было бы больше здесь зон. Нажимаем на зону Ростов-на-Дону 1, потому что я здесь хочу работать. Далее нужно выбрать продолжительность смены. Ничего себе. С 9 до 9. Смогу ли я столько отработать? Я такую длинную смену брать не буду. Здесь раньше были короче смены. По 5 часов, по 4 часа. А сейчас почему-то длинные только смены, 9 часов остались. Поэтому подожду, может быть, завтра появятся короткие смены. Так, ну вот сегодня зашел попозже я в приложение, опять, точнее, к выбору смен в Telegram. Смотрите, появилась смена с 12 до 19.00. Это 7 часов, в принципе, можно поработать. Поэтому нажимаю, чтобы подтвердить слот. И не понимаю, что выбрать. Меня спрашивают: ты уверен, что хочешь взять слот на отправной по адресу Ростов-на-Дону, зона 1? Ну да, я уверен. Пройди копчу, чтобы подтвердить слот. Нажми на банан. Ладно, давайте нажмем на банан. И что? Закрепили за мной слот или нет? Интересно, конечно, копча. Так, все, за мной закрепили слот с 12 до 19 часов по адресу зона 1. Теперь нужно дождаться, когда она появится в мобильном приложении для курьера, чтобы здесь начать смену. Что-то уже прошло 12 минут, смена не появляется. Точнее, 15 минут прошло уже, 12 часов. Вот в раздел «Заказы» зашел сюда вот. Здесь вот можно нажать «График работы». Ничего не появляется на сегодняшнее число. Вообще звуковое уведомление должно прийти. Ну, видимо, смены там в ручном режиме проставляются. Может, сейчас попозже проставится. Буду ждать. Ну все, пришло уведомление, что график смен обновлен.
маленько сократили мне смену, сделали с 13 до 19. Надо нажать кнопку подтвердить, дождаться времени начала смены, и можно будет начать смену. Кстати, насчет выплат. Деньги приходят с задержкой через одну неделю. Получается, 18 числа я отработал, зарплата приходит по четвергам. 26 числа придет заработок за 18 число. И если я буду в другие дни работать на этой неделе, вот, то за другие дни тоже придет 26 числа. То есть на следующей неделе в четверг. Так, пришло уведомление, что пора начинать смену. Нажимаю на кнопку «Выйти на смену» и не могу выйти, хотя я нахожусь в зоне начала смены. Начинать смену – это всегда проблема почему-то. Вот нажал «Начать смену» и ничего не произошло. Ой, как будто я далеко нахожусь от места начала смены, хотя я в зоне нахожусь. Вы находитесь далеко от точки старта. Написал в поддержку, что я нахожусь в зоне 1, не могу начать смену. Скинул свою геопозицию. Сейчас у меня вот проверяют мой слот. Уже не первый раз такая проблема в магните. Постоянно вот начинаю смену. То с задержкой она начинается, то надо вот писать в поддержку, чтобы они там какие-то данные проверили. Еще раз пробую выйти на смену, опять пишет далеко от точки. Необходимо открывать смену, которая указана в приложении. Точка старта формируется автоматически. Изменить ее нет возможности. Перемещайтесь ближе к ней, пожалуйста. Я работаю курьером через park.logistika и рекомендую тебе туда устраиваться. Потому что у них низкая комиссия, круглосуточная поддержка и моментальный вывод денег через их мобильное приложение. Кроме того, они принимают на работу иностранных граждан, у которых нет гражданства России. Переходи по ссылочке в описании, тебя примут на работу, назовешь кодовое слово «волонтер», получишь скидку по проценту комиссии. А для чего тогда я смену выбираю в зоне 1? Тогда я должен смену выбирать именно по конкретному адресу. Получается, я выбираю смену в зоне 1, не зная, какой адрес начала смены будет. У меня получается так. После того, как мне смену назначат, там будет указан адрес. Во как это все работает. Адрес у меня указан на данный момент вот такой вот. Шаумяна, дом 30. Шаумяна, дом 30. И судя по ответу поддержки, я должен двигаться в эту зону 5 километров, чтобы начать смену. Ну это какой-то бред. Тогда дайте возможность выбрать конкретно адрес начала смены. Допустим, я бы тогда выбрал поближе к дому адрес начала смены, поехал бы и там бы начал смену. А так я думал, что можно начинать смену в пределах зоны, зоны 1. Проверьте настройки геолокации на смартфоне. Все у меня нормально с геолокацией, что тебе надо? Магнит курьер. Разрешено всегда. Что еще надо? Ну, я не знаю, как это работает в магните, блин. Поехать я, конечно, до начала смены 5 километров я туда не поеду. Потому что я опоздаю, у меня смена слетит. До выхода на смену дается 15 минут для выхода на смену. А у меня уже осталось 5 минут. Я если даже захочу туда поехать, я не успею доехать до этой точки выхода на смену. Короче, все криво в магните. Невозможно выйти на смену, находясь в зоне. И когда ты выбираешь смену, ты не знаешь, какой тебе адрес дадут. Но с другой стороны, они мне дали до начала смены 50 минут. Я запрашивал смену с 12 часов, поставили смену с часу дня. И когда эта смена у меня появилась в графике, еще было 50 минут до начала смены. И у меня уже был виден адрес начала смены. То есть мне надо было двигаться на эту точку заранее, до начала смены, как раз там запас по времени есть.
И уже там, на этом адресе, начинает смену. То есть зона у них большая, но они в зависимости от потребности ставят конкретное место выхода на работу. Я так понимаю. И указывают конкретный адрес. Типа, езжай к этому магазину, там, на этот адрес, там будешь начинать получать заказы. Вот как это работает. Но для меня это неудобно вообще. Ну, невозможно стартовать из дома, да. То есть мне до начала работы придется тратить время там на дорогу. Соответственно, сейчас смена у меня слетит. Штрафа не будет за это никакого. Ну, типа там какой-то есть рейтинг курьера. Если часто будешь пропускать смены, там могут тебе это ограничить доступ для работы с приложением. Ух, уж этот магнит. Ну ладно, в следующий раз буду иметь в виду, что надо ехать заранее на точку. Ужас, ужас. Вот такие были новости про работу в магнит. Я только вот пытаюсь разобраться с ним до конца. Раньше я смог начинать с любого адреса, лишь бы я в зоне находился. А теперь они что-то изменили, получается. Раньше я из дома стартовал, хотя мне указывался адрес какой-то тоже там непонятный, далеко от моего местонахождения, но я начинал смену, лишь бы я находился в этой зоне. Сейчас такой функции уже нету, получается. Подписывайся на канал, здесь я рассказываю о курьерской работе, о таких вот неприятных моментах, об изменениях в различных службах доставки. На сегодня были все новости. Пока, друзья, до новых встреч!